нашла. Снимается маска и голограмма. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия вышла, она постоянно вверх смотрит и напугана. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Ирину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Ирины поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Ирину. Интересуемся, готова ли она к чистке, диагностике и чистке. Доверили ли она нам свое биополе на период сеанса? Она шепчет. Я готова. Вам что-то мешает, Ирина? Палец прилагает к губам. Говорит, они услышат. Тише. Кто услышит? Ирина. Она говорит, я не знаю, они постоянно здесь присутствуют. Хорошо. Сегодня мы их слоем. И у вас будет возможность отблагодарить их, скажем так. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Ирины, под ногами. 360 градусов вокруг нее. Их тело Ирины находит все. Они над головой, как колпак какой-то. Даю команду на счет 3. Этот колпак, сканер помогает, полностью отключается. Пошел процесс и отправляется в клетку-тюрьму. Колпак гуманоида. Где он? В клетке. Выстраивает гуманоида канал, снимаются все маски и голограммы. Гуманоид пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Изменился, Вера? Нет, это гуманоид. Арахноиды у нее. Несколько? У нее много. Один на голове, остальные у нее передвигаются по телу. Хорошо. Маленькие они. Они еще не вышли? Вот. Они еще не в клетке? В клетке один только. А эти почему не вышли? Они связаны с паутиной, ему надо собирать. Дальше. У нее демон, и у нее инкуб. Какой демон? 12. Хорошо. Итак, гуманоид с колпаком, арахноид плюс потомство, 12-герцовый демон и инкуб. Правильно? Да. Хорошо. Я даю команду тонкой копии Ирины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены низкой вибрационной энергии в ее биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Ирине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Выстраивает канал к этому колпаку от Ирины. И реверсом отдаю все негативные и патогенные энергии, которые Ирина получила от этого колпака. Мощным потоком все пошло назад. Пошел процесс. Нет, этого колпака как звон был в голове. И давление. Он ее закрывал, этот колпак. Какое он давал ей воздействие конкретно? Что она ощущала? Звон, давление. Сколько процентов энергии она теряла с этим колпаком? Шум в голове. Шум. Отлично. Еще что? Она как задыхалась в нем. Не хватает ей воздуха, энергии. Сколько процентов забирал этот колпак энергии? Пошла цифра. От 10 до 90. 90%. Отлично. Хорошо. Сегодня кто-то испытает урок жизни. Он не так забирал, как он не давал ей насыщаться, и не хватало энергии ниоткуда брать ее. Хорошо, паразит гуманоид, откуда ты пришел? Сириус. Ловец душ? Он говорит, мне больше нужны ее энергии, чем душа. Зачем тебе ее энергии? Этот колпак, он как какой-то, он говорит, резонатор. Зачем ты это сделал? Мой вопрос. На сбор энергии. Сколько ты находился в ее биополе? 4 года. 4 года. Готов ли ты, гуманоид, получить откат за 4 года? Какой еще откат? Увидишь сегодня. Хорошо. Арахноиды, сколько вы находились в этом биополе? Главный арахноид? 12 лет. 12 лет. Хорошо. Демон, 12-герцовый. Сколько ты находился в этом биополе? 2 года. На что зашел? На страх поймал. Страх. Хорошо. Инкуб. Сколько ты находился в этом биополе? 6 месяцев. Демон привел или сам пришел?
Демон подсказал. Подсказал. Хорошо. Реверс закончился. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Ирина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Один, два, три. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Ей свет идет, возвращается в руки, в ноги, она дышать начинает. Ирина, вы боялись этого паразита, который стоит в клетке сейчас? Что он услышит? Вы о нем говорили? Да, видимо, да. Понятно. Ирина, какое воздействие на вас он? Как вы это ощущали? Опишите мне эту ситуацию, мы сейчас будем все это назад возвращать. Вы хотите это вернуть назад ему? Она говорит, что это как колокол одет на голову, и звон. Она слышит звон, да, и он... Шум, давление. В голове это идет. Хорошо. Возвращается. Отлично. И закрыто от всех, поэтому мне очень раздражает громкие звуки. Звуки. Хорошо, Ирина, сейчас мы нашли причину. Сейчас будем решать вопросы один за другим. Ждем окончания реверса. Что идет? Посмотри, пожалуйста, с колпака. Ну вот этот свет ей возвращается. ДНК было там? Биоматериал? Нет, свет — это ее собственная энергия плюс уверенность. Хорошо, этого достаточно. Намерение, сила воли. То, что возвращается с этим светом к ней назад. Так и запишем. А вот тут арахноида возвращается. Здоровье, что ли? Здоровый образ жизни. Арахноид, а ты не офигел? Немного боли от него. Арахноид получает удар 50 тысяч герц. Он ее своим инкубатором сделал. Лапку-то ему отбил. И еще один удар 50 тысяч герц. Это тебе за 12 лет, паразит. Ты перешел все границы. Я тебя сегодня уничтожу вместе с твоим потомством. Тебе это понятно? Но он фурчит, он хочет забрать потомство. Да? А она хотела жить 12 лет. Что ты сделал с ее жизнью? Как ты собираешься расплачиваться за это, арахноид? У него какая-то кислота в ее теле есть. Я все это выведу. Ничего. Хорошо. Ждем окончания реверса. Закончился. Отлично. Хорошо. Так, инкуб, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся полностью. Возвращайся. Докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то что-то забудет или специально оставит, он сгорит в этой клетке. Такое бывало неоднократно, я вас предупредил. Инкуб ей говорит, что она ему нравится. Это нужно ей слышать. Она ему кому нравится? Инкубу? Да. Инкуб, ты хочешь сейчас получить вместо головы дырку? Он говорит, ты не понимаешь. Ей кто-то нужен, чтоб... Но не ты точно. Чтоб говорил ей комплименты. Она в состоянии... Она делает все для того, чтобы нравиться. Она в состоянии решить свою проблему теперь сама, потому что она знает, кого она привлекает вот таким желанием, как она сейчас выглядит. Ирина, вы видите инкуба? Видите, как он выглядит на самом деле? Он говорит, ужасно выглядит. Вот. И вот эта сущь предлагает вам комплименты. Он подумайте. Говорит, что я не хочу в присутствии говорить, обсуждать его. Понятно. Давай быстро все снял, инкуб вернулся в клетку. Все снял. Демон, что ты установил в биополе Ирины? Тяжелил ее. Ноги или руки тоже? Ноги и ладони, да, запястья есть. Хорошо, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил. Ничего не забывай. На месте доложи мне о готовности к проверке. Отключил. Хорошо, скажи мне, где лярва находится в ее биополе? Спина, область крестца, низ живота. Хорошо, объясни мне, откуда они взялись? Боль. Физическая? Кислота и присутствие арахноида идут в разрез с ее мышечными тканями. Опять арахноид. Хорошо, демон. Хочешь забрать лярвы? Хочет. Разрешайте их забрать, приступай. Ничего не забывай, забирай все. Он забрал. Хорошо, возвращайся в клетку. Арахноид. Выходи, вытаскивай, отсасывай, чтобы вообще твоего следа не осталось в этом биополе. Приступай. Он черный, Вера? Он черный, все они черные. И у него паутина, она проложена через позвоночник, шея,
вверх на голову полностью, сидел он на голове, и все нижние чакры, красная, оранжевая, желтая, они заполнены. Ты посмотри, паразитище какое. Да ты убивал человека, арахноид. Я тебе сегодня засуну шар энергии атмана в твою глотку. Он хромает. Его проблемы. Если бы он не входил сюда, не хромал бы. Все забрал. Гуманоиду выходить не надо. Гуманоид, вытаскивай прямо на месте. Все, что еще осталось на твоей чистоте. Приступай. Но не этот колокол соединен. Да. Сердечной чакрой и по плечам какими-то, как накидка, дальше продолжает. Хорошо. Все снял. Включаем Ирине внутренний белосвет 1, 2, 3. И на счет 3 Ирина выдалит из всех своих 7 тонких тел все негативные патогенные энергии, остаточные энергии, вибрации, находящиеся на частотах интерферентов. 1, 2, 3. Пошел свет. Свет выдавливает это все из биополя Ирины до 100%. Формируется шар перед ней с этими энергиями. Сформировался. Большой? Небольшой. Открывается портал в галактическое ядро под шаром. Шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Я даю команду Ирине на счет 3 сделать импульс высоковибрационного шока удара, отстегнуть от себя все каналы к интерферентам и их подключкам. На счет 3, 1, 2, 3. Пошел процесс. Мне хватило сил? Да. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро. Канал улетает на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Демон, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатывая, растворяй с того огненную пентаграмму. Есть. Арахноид. Это первое и последнее предупреждение. Если я тебя еще раз увижу, я тебя уничтожу. Тебе это понятно? А, да, он дает информацию. Давай. Он говорит, что ей нужна энергия, которая похожа на гель по своей плотности. Это энергия заживления именно для звоночника, для костей, он говорит. Угу. А что у нее с этой энергией? После твоего воздействия она ослабла, да? У нее вот эта кислота, она... Размягчила. Она не размягчила, она как уничтожила какую-то жидкость между позвонками и между костями, чтобы они как не смазаны. Он... Не эластичные. Смазку ей надо, вот это он говорит слово. Поэтому энергия должна быть прозрачная, белая прозрачная, как гель, заполняя пустоты между соединениями, суставами и позвонками. Хорошо. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Ирина, я обращаюсь к вам. У вас сейчас есть возможность вернуть всю свою боль, которую вы получили от гуманоида за все 4 года. За этот звон, шум, давление. За это все, что вы негативное. Вы хотите страх, это? Страх. Хорошо. Вы готовы это? У вас есть желание? Вы хотите этого? Хочет. Отлично. Выстраиваю. Отлично. Я даю команду на счет 3. Одеваю колпак на гуманоида. 1, 2, 3. И на счет 3 выстраиваю канал от Ирины к этому гуманоиду. И на счет 3 перепрограммирую этот колпак на гуманоида. И за 4 года даю ему откат в течение 1 минуты. 1, 2, 3. Пошел откат. Звон, давление, шум в голове. Она задыхалась. Это все назад. Это вся неуверенность. Сила воли и так далее. Это все подавляется в точно таком же соотношении, как гуманоид подавлял это у Ирины. Пошел процесс. Да, будет так, а так и есть. Получи назад. Вот это называется откат, гуманоид. Ты спрашивал. Ровно столько, сколько он дал ей, возвращается ему назад. Пусть прочувствует. Он трещит. В
бывает. Представляешь, как она отрещала, гуманоид? У него разрывы начинаются на теле. Да. А что такое гуманоид? Останавливай процесс. Теперь он задыхается. Хорошо. Что такое гуманоид? В чем причина? Ты садист, который 4 года мучил человека, и ты не можешь минуту выдержать? Сущность паразитарная, откуда вы беретесь? Дышит он, Вера? Ну, он дышит, он сел, держится за горло. Хорошо, это еще не все. Лия, прошу тебя, выйди на связь. На связи. Я ему чуть-чуть дал назад. Я приветствую тебя, Ли. Гуманоид Сириус. 4 года массивное воздействие. Человек задыхался и так далее. Посмотри, пожалуйста. Колпаком всех свои игрушки. Да. Ну, там до... Игрушки заберем, поиграем с ним. Ну там, да, да. Там до 90% шел откат, поэтому я остановил, чтобы он не треснул. Пусть прочувствует хотя бы, как человек это на себя ощущает. Садисты какие-то, я не понимаю. Колпак уничтожайте, его заберут. Хорошо, убираю колпак в соседнюю клетку, открывая под ним портал в галактическое ядро. Колпак уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Они вынесли его. А что вынесли? Что, он сам не хочет ходить? Он слаб. Ага, хорошо. И это всего было полминуты. Хорошо, поехали дальше, Верочка. Итак, у нас ничего не должно остаться, мы всех убрали, да? Посмотри. Да. Отлично. Поехали по частотам. Частоту вибрации до 26 Гц. Пошел подъем. Значит, ей нужен костный энергетический гель. Хорошо, и мы еще не дошли. Хотя можно и сейчас дать. И на 4 открываю поток энергии заживления и позвонками. На 4, 1, 2, 3, пошел поток. Автоматически находит все больные места, заполняет их. Пропускаем все энергии 3 раза по кругу. Это костный энергетический гель. Он прозрачный, и внутри у него такие точечки. Кальция или что-то похожее на костное что-то. Хорошо. Для связи. Отлично. Ждем. Но он заходит сверху в шейные позвонки и спускается вниз. Она заполнилась, и гелем этим тоже заполнилась полностью, руки, в ноги, во все суставы он наполнился. Он будет работать лучше, если она сможет его визуализировать. Хорошо, мы описали, как эта энергия выглядит. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Пошел процесс. Есть. Переходим к процессу активации, идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Ну, этот поток белой энергии, он прошел по всем чакрам, открывая и наполняя их. Готово. Хорошо, Ирина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Очень много новых ощущений, которые мне нужно привыкнуть, понять, почувствовать их, увидеть, может быть. И практиковать. Это самое важное. Выдавливаете каждый день из себя негатив. Каждый день заправляете, каждое утро себя энергиями и вибрациями. Мы вам сказали, назвали ваши цифры. После этого синхронизируйте все эти энергии и вибрации. Дайте команду установить себе Меркабу, активировать, как она выглядит. И текст манифеста вам вышлет наш администратор Ольга. Если будут вопросы, обращайтесь. Мне очень нравится мое новое состояние. Ну да, после таких интерферентов, я думаю, разница, безусловно, присутствует. Хорошо, будем возвращать вас назад в ваше биополе. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Ирины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Знаешь, я не знаю, нужна ли эта информация или нет, но она идет. Значит, ей нужен комфорт. Он дает ей уверенность. И почему-то идет розовый цвет. Ей нужно убрать черные цвета из своей одежды. И вот этот розовый, мягкий какой-то пушистый цвет. Полезная информация. Бледно-розовый. Мы это передадим. У каждого который цвета, даст ей уверенность.
У каждого цвета своя вибрация, безусловно, так и есть. А я на месте.